Азиатский рынок сегодня имеет огромное значение для игровой индустрии. Но если игры из Китая и Южной Кореи у нас ассоциируются прежде всего с деньгами, прибылью, массовостью, то японские – с качеством, влиянием и важностью. О чем говорить, если даже есть такой отдельный жанр, как JRPG, то есть японские ролевые игры? Вообще, многие японские игры формировали целые жанры и влияли на их развитие. Так, Legend of Zelda повлияла на экшен-приключения, Resident Evil и Silent Hill на survival-хорроры, Metal Gear на стелсы, Final Fantasy на RPG. Ну а про Dark Souls вы сами все знаете. Поэтому от каждой новой японской игры подспудно ждешь чего-то особенного. Какие же игры из страны восходящего солнца мы ждем больше всего? Slitherhead. Совсем недавно вышел ремейк Silent Hill 2, а уже в начале ноября появится хоррор от токийской студии Bokeh Game, которую основал Кейчиро Тояма, довольно известный дизайнер серии Silent Hill. Действие Slitherhead разворачивается на густонаселенных улицах города Коулонг, где на самом деле полно монстров, маскирующихся под людей. Их называют титульным словом Slitherhead, что можно вольно перевести как «лезвиеголовые». А мы выступаем в роли Хиоки, существа, лишенного памяти и физической формы, и единственная цель этого существа – уничтожить всех известных лезвиеголовых. Для этого он может использовать силу крови, а именно сжигать жизненную силу чудовищ, превращая кровь в оружие. Кроме того, нужно искать союзников среди людей, известных как раритеты. Сотрудничество с ними является ключом к раскрытию тайн Коулонга. Мы также сможем использовать уникальные способности раритетов. Но самое главное, Хиоки умеет завладевать человеческими телами и управлять ими, превращая людей, бродящих по городу, в своих пешек. С помощью этой силы можно проходить сквозь барьеры, проникать в опасные районы и учреждения. А еще, постоянно меняя тело, герой может куда быстрее передвигаться по городу. Если у вас возникают сложности с покупкой игр из-за ограничений, с Keys for Gamers вы можете снова вдохнуть свободу. Это торговая площадка с невероятным количеством товаров, и жителям РФ и Беларуси здесь доступно все. Игры можно получать как ключами, так и гифтами. Можно закидывать игровую валюту, приобретать софт и пополнять свой баланс в самых крупных сервисах – Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Amazon и Netflix. В том же разделе можно купить подписку на PlayStation Plus и Xbox Game Pass. Здесь много разных продавцов, благодаря чему есть конкуренция, а соответственно можно подобрать для себя наиболее выгодное предложение. Нет никаких сложностей с оплатой, в том числе имеется поддержка карт МИР. Наш промокод GSTV снизит стоимость совершенно любого товара на 20%. С ним вы добьетесь минимальных по рынку ценников. Плюс на Keys for Gamers вам никто не запрещает торговаться. Попробуйте написать продавцу в чат и попросить у него скидку. Мы уверены, что у вас получится сэкономить еще сверху 10-20%. Фраза «торговая площадка» здесь не пустой звук. Ссылка в описании. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater 2004 года выпуска должен выйти уже в ноябре. Он станет первой крупной игрой во франшизе после релиза Metal Gear Survive в 2018 году. Кстати, куратором проекта является как раз продюсер Survive и Metal Gear Solid Portable Ops 2006 года Нориаки Окамура. Известно, что игра полностью повторяет сюжет оригинала, про то, как Naked Snake в 1964 году во время Холодной войны пытается спасти советского ученого-ракетчика и саботировать создание советского ядерного супероружия. Игровой процесс в своей базовой основе и идеологии тоже практически не изменится. Именно поэтому игра получила подзаголовок «Дельта». Но, естественно, нас ждут современная графика и множество поправок и добавок, которые приближают игру к современным стелс-экшенам. Так, здесь можно стрелять с видом от третьего лица. Появятся две схемы управления – более современная, со свободной камерой от третьего лица, и классическая. А все повреждения будут в реальном времени отражаться на персонаже. Dragon Quest 3 HD 2D Remake. В ноябре мы также увидим ремейк третьей части серии JRPG Dragon Quest. Представив новый трейлер и дату выхода игры, Square Enix также анонсировала ремейки первой и второй части, которые выйдут уже в следующем году.
И это на самом деле вполне логично, ведь именно история, рассказываемая в третьей части, по хронологии является первоисточником всех событий в серии. В ремейке обновят графику. Она использует тот же движок и художественный стиль, что мы видим в Octopath Traveler и Triangle Strategy, с детализированными персонажами, вписанными в 3D-окружение. Помимо этого, обещают улучшенный геймплей. В частности, нам разрешат настраивать скорость пошаговых битв и задавать модель поведения союзников. R-Type Tactics 1 и 2 Cosmos. Нынешней осенью должен был выйти еще один ожидаемый ремейк, но R-Type Tactics 1 и 2 Cosmos снова перенесли на следующий год. Напомним, что серия R-Type Tactics, выходившая только на PSP в 2007 и 2008 годах, представляла собой странную, но крайне удачную смесь из сайд-скроллера, классических стрелялок и пошаговой тактики от студии Arem. Коллекция включает два полностью переработанных ремейка с обновленной графикой и геймплеем, множеством нового контента и новых функций. Но, пожалуй, самое главное, что эта уникальная серия, в принципе, впервые появится на современных платформах. И более того, ее вторая часть впервые выйдет за пределами Японии. В нашем магазине GS TV Shop можно купить игры и PS Plus по очень хорошей цене. Хотите сэкономить больше? Приобретайте аккаунт с нужной вам игрой всего за 50% от стоимости. Каталог игр и подписок по ссылке в описании. FF7 Remake, часть 3. Вообще, именно японцы показали нам в последние годы, как нужно делать ремейки. Речь, конечно, о ремейках Resident Evil и о новой версии седьмой части финалки. FF7 Remake, как известно, разбита на три части. Первые две мы уже видели, а следующую стоит ожидать, скорее всего, где-то в 2027 году. Такой вывод можно сделать из интервью с руководителем Rebirth Тацуей Номурой, опубликованным в Final Fantasy VII Rebirth Ultimania, обширном гайде по игре, вышедшем весной. По словам Номуры, Rebirth сделали за 3 года, и следующую часть планируют завершить в такие же сроки. В любом случае, основной сюжет третьей части ремейка уже готов, и еще весной авторы планировали приступить к записи озвучки. Номура сообщал, что в игру могут добавить нечто очень важное, чего не было в оригинале. Дескать, если все получится, то это обязательно порадует поклонников. А продюсер проекта, Йосинори Китасе, в том же интервью говорил, что хотел бы увидеть счастливый финал трилогии и закрыть все сюжетные пробелы. Но это тоже из серии «Как получится». Так или иначе, авторы надеются, что заключительная часть не уступит по качеству двум предыдущим. А мы, если честно, в этом уверены. Sin Duality – Echo of Ada. Предстоящий лутер-шутер от Bandai Namco, работающий по схеме PvPvE. В январе следующего года он отправит нас прямиком в 2222 год, в котором, помимо столь красивой цифры, нет ничего радостного. Большинство людей погибло под ядовитым дождем слезы новой луны, а животные из-за него превратились в монстров. Оставшиеся в живых люди укрылись в подземной колонии Амазия, где заключили союз с неким искусственным интеллектом по имени Магус. Среди них есть особая каста скитальцев. Эти отважные искатели приключений путешествуют по разрушенному миру в поисках энергокристаллов, которые особенно ценны для выживания. Сражаться в основном предстоит с эндерами, злобными инопланетянами, жаждущими уничтожить все живое. Помогает в этом спутник и помощник Магус. Да-да, тот самый искусственный интеллект. Он связан с боевым транспортом «Саркофаг», который, по сути, является настраиваемым мехом. Dynasty Warriors Origins. Серия Dynasty Warriors в свое время сформировала жанр мусо — масштабных экшенов, где герой одним ударом отправляет в полет целые взводы противников. И вот 17 января выйдет новая игра в серии. Базовый геймплей в духе «А у нас и один в поле воин против тысячи», конечно, никуда не денется, а действие по-прежнему разворачивается в сеттинге китайского Троецарствия. Но будут и новшества. Сами авторы называют Dynasty Warriors Origins самым захватывающим экшеном за всю историю серии, где, помимо прочего, можно свободно перемещаться по карте мира, выбирать следующие задания и соратников, с которыми предстоит сражаться в некоторых битвах. Бои в тандеме с армиями союзников авторы называют уникальными для франшизы Dynasty Warriors тактическими сражениями. Monster Hunter Wilds.
Monster Hunter Wilds во многом будет игрой уникальной. Она станет первой частью серии, посетившей консоли текущего поколения. Первой, где будет официальная русская локализация. Наконец, это первая игра серии, созданная на движке RE Engine, который совмещает шикарную графику и отличную оптимизацию. Напомним, что в Wilds мы отправимся в экспедицию в большой фэнтезийный мир «Запретные земли», чтобы делать все как и раньше – охотиться на монстров, добывать новую, более мощную экипировку, прокачиваться и дальше охотиться на уже более крутых монстров. В игре представлено 14 видов оружия из прошлой части, плюс добавятся новые приемы и движения, а также обновленная версия Слингера с новым функционалом. Но самое главное, нам обещают еще более живой открытый мир с несколькими биомами, в которых монстры ведут себя по-разному, в зависимости от того, находятся они в стае или нет. Ателье Юмия – The Alchemist of Memories and the Envisioned Land. Знаменитая серия про симпатичных аниме-девушек, увлеченных алхимией, существует два десятка лет и насчитывает уже 25 вышедших игр. В марте следующего года выйдет 26-я основная часть, которая впервые посетит все основные платформы, включая Xbox. Здесь мы в роли красной девицы по имени Юмия, фамилию сложно выговорить, да и зачем она нам. Отправляемся на территорию некогда процветавшей Арадисской империи в поисках многочисленных ответов. Почему эта империя, которая успешно развивалась именно благодаря алхимии, пала? Почему теперь это ремесло находится под запретом, а алхимию считают злом? А главное, что случилось с матерью Юмии, которая погибла несколько лет назад в результате некого несчастного случая? Именно после этого, кстати, наша героиня узнала, что является потомственной алхимичкой. В процессе поисков ответов мы вместе с Юмией будем свободно путешествовать по большому живописному миру, участвовать в битвах, кстати, еще не факт, что они снова будут пошаговыми, общаться, заводить друзей и заниматься, собственно, алхимией, собирать ингредиенты, создавать полезные предметы, улучшить экипировку и умения. Ключевыми нововведениями Atelier Юмия The Alchemist of Memories and the Envisioned Land станут упрощенный синтез, а также возможность строить и украшать свою базу. Death Stranding 2 on the Beach. Продолжение одной из самых странных игр современности от Хидео Кодзимы вновь будет симулятором курьера в открытом мире. В одном из трейлеров нам показали Мексику, но, судя по всему, на этот раз Сэм Бриджес путешествует со своей командой по всему миру на корабле «Магеллан». Эта мобильная база движется по озерам смолы под поверхностью Земли. Кроме того, корабль может телепортироваться в разные точки материального мира, проходя через измерения между жизнью и смертью. Все это нужно, чтобы выполнить главную сюжетную задачу – присоединить к хиральной сети остальной мир, а не только Америку. Помогать Сэму в этом будет его подруга Фреджайл, управляющая компанией Дробридж, а мешать – антагонист первой части Хиггс, который каким-то образом выжил. Путешествовать Сэм будет в компании маленькой говорящей куклы, которая была медиумом, но утратила свой человеческий облик. При ее создании Кодзима вдохновлялся традиционным японским театром Бунраку и куклами-чревовещателей. Вообще в истории снова будут участвовать множество ярких персонажей в исполнении известных актеров и режиссеров. Среди них не только Норман Ридус, но также Джордж Миллер, Фатих Акин, Лея Сейду, Эль Фаннинг, Николас Виндингрёфен. По геймплею мы снова будем работать курьером в этом странном постапокалиптическом мире, доставляя заказы, исследуя локации и сражаясь с монструозными тварями, черными призраками из загробного мира, которых можно атаковать впрямую или обходить по стелсу. Впрочем, появятся и новые виды врагов, например, роботы. Сражения обещают сделать удобнее, а локации разнообразнее. При этом сам процесс исследования мира якобы будет более интересным, опасным и непредсказуемым. В частности, нам могут помешать природные катаклизмы, вроде землетрясений, оползней и наводнений, которые могут даже разрушить наши постройки. Зато транспортных средств точно станет больше. Еще появится смена времени суток, и приход ночи, судя по всему, окажет определенное влияние на геймплей. Внутри команды разработчиков уже определились с датой выхода, но озвучить ее они пока не готовы. Известно лишь, что Death Stranding 2 выйдет в следующем году на PS5. Разработка продолжается, и Кодзима уверен в проекте, обещая, что игра получится еще более странной, чем первая часть. «Мы создаем сиквел с мыслью, есть ли на самом деле где-нибудь игра, похожая на нашу», заявил Хидео на Tokyo Game Show 2024. Blade Chimera.
Пиксельная метроидвания интригует как сюжетом, так и геймплеем. Действие происходит в мире, где люди постоянно сражаются с нашествием демонов и вурдалаков, а выживать им и развиваться во многом помогает некая религиозная ассоциация Мисса. Мы играем за Шина, охотника на демонов, который является одним из главных защитников ассоциации. Правда, он ничего толком не помнит о своем прошлом, а когда однажды встречает ослепительно красивую демоницу по имени Люкс, та кажется ему странно знакомой. Девушка оборачивается демоническим мечом, и Шин начинает путешествовать вместе с ним, даже понимая, что это вынудит его пойти против ассоциации. А все потому, что такое совместное путешествие позволяет постепенно возвращать воспоминания о себе, своей пропавшей жене, о забытых навыках и, в принципе, о том, что случилось с этим миром. Каждый раз, когда герой вспоминает об утраченном умении, демонический меч меняет форму в соответствии с волей своего владельца, делая Шина сильнее и предоставляя доступ во все новые уголки мира. Используя демонический клинок, мы также можем вмешиваться в прошлое и создавать новые платформы. Кроме того, постепенно будут открываться другие виды оружия, вроде кинжалов и пистолетов, а нам предстоит найти идеальный вариант, соответствующий выбранному стилю сражений. Отметим также фирменный пиксель-арт от Team Ladybug, которым мы могли уже любоваться в их предыдущей метроидвании – Record of Lodoss War – Diddled in Wonder Labyrinth. Metroid Prime 4 – Beyond. Metroid Prime 4 Beyond анонсировали на E3 еще в 2017 году, а за создание игры изначально отвечала Bandai Namco Studios. Через два года Nintendo объявила о перезагрузке разработки и назначила новым разработчикам Retro Studios. И вот только в этом году нам наконец дали какие-то подробности и показали первый геймплейный трейлер. Это будет снова Metroidvania с элементами шутера от первого лица. В роли Самус Аран мы должны исследовать локации в поисках артефактов, сражаться с врагами-пиратами и решать различные головоломки. Помогают ей в этом некоторые уникальные способности, вроде возможности сворачиваться в морфошар для перемещения по узким проходам или сканировать объекты в поисках подсказок. Асура Джан. В следующем году выйдет японская мини-королевская битва, в которой между собой сражаются анимешные персонажи. Одновременно смогут играть 33 человека, которым доступны более десятка персонажей со своими уникальными способностями и боевыми стилями. В сражениях ключевую роль играют выносливость, уклонение и комбо, аналогичные тем, что мы обычно видим в файтингах. Важно также грамотно применять ультимативные приемы, ведь даже один такой сможет изменить исход битвы и вовремя использовать предметы для трансформации и телепортации. В Асура Джанг два режима — соло и командный, где в отряде могут быть три игрока. Обещаны также высококачественные мультяшные персонажи с разнообразными костюмами, анимированными эмоциями и милыми эмодзи. Bleach — Rebirth of Souls. Новый трехмерный файтинг по культовому аниме «Блич», которое, напомним, рассказывает о приключениях 15-летнего Ичиго Куросаки. Тот получил способности богов смерти и стал сражаться со злыми духами, защищать людей и отправлять души умерших в загробный мир. Предыдущая заметная игра по знаменитому аниме «Блич Soul Resurrection» выходила аж в 2011 году на PS3. Так что анонс Bleach Rebirth of Souls должен был порадовать поклонников. В этом файтинге мы будем драться в роли Ичигу Куросаки, Руки Якучики, Киске Уракары и других известных по аниме персонажей. У каждого из них есть свои уникальные особенности. Авторы особенно упирают на это. Другие ключевые фишки боевой системы — необходимость держать дистанцию, возможность одним ударом переломить ход поединка и усиление соперников по мере того, как ситуация вокруг становится все более опасной. Persona 6. Ну и напоследок, самое сладкое. Две самых ожидаемых игры в этом топе, о которых, правда, пока мало что известно, поэтому приходится в том числе опираться на утечки от инсайдеров. Сначала про шестую Persona. Официально она еще не анонсирована, но мало кто сомневается, что игра в разработке. Более того, известный инсайдер Head on the Block еще весной утверждал, что игра уже завершена на 95%, а релиз запланирован на 2025 год. Сначала это будет эксклюзив PlayStation 5, но в будущем Persona 6 может посетить и Xbox. После релиза ожидается большое сюжетное DLC, причем это будет не что-то вырезанное из базовой игры, а именно дополнение.
История, по утверждению инсайдера, снова развернется в школьном сеттинге, в полуоткрытом мире, но авторы его модернизировали. В частности, мир будет гораздо менее линейным, и мы сможем свободнее перемещаться по городу. Социальные связи, фирменные для серии, также доработали. Они получатся более гибкими, с лучшей интерактивностью и с меньшими временными ограничениями. Верить или нет, решайте сами, но информация от Head on the Block частенько подтверждалась. Resident Evil 9. Еще в июле в Capcom подтвердили, что работают над новой игрой в серии. Во время трансляции Capcom Next Summer 2024 это сделал Кошио Наканиси, директор Resident Evil 7. Тогда он заявил буквально следующее. «Мы работаем над новой частью Resident Evil. После седьмой игры было непросто определить дальнейшее направление, но я нашел решение, и оно кажется многообещающим. Пока я не могу раскрыть подробности, но надеюсь, вы с нетерпением ждете момента, когда я смогу это сделать». С тех пор не было никакой официальной информации, но вот буквально на днях стало известно, что страница Resident Evil 9 появилась на Metacritic, что, естественно, породило слухи о скором анонсе игры. Тем более, что с момента релиза восьмой части прошло уже 3 года, и у многих до сих пор остаются вопросы о судьбе Криса Редфилда и других ключевых персонажей. Ну а пока питаемся слухами, самый популярный из которых гласит, что главным героем новой части станет некий Адриан Кларк, турист, прибывший на остров Огненная Земля в Юго-Восточной Азии с женой и сыном. Жену вскоре убили местные, а сына похитили. Дескать, игра будет с видом от первого лица, а некоторые ключевые персонажи франшизы, вроде Леона Кеннеди, Криса, Джилл и Клэр, будут играть эпизодические роли. Важную роль в сюжете сыграет вулкан, которому поклоняются аборигены, а основной биологической угрозой станет белая плесень, работающая по принципу плесневого грибка Торубиелла. В реальности тот полностью захватывает тела насекомых и убивает их. Согласно этой утечке, игра разрабатывается на новом движке REX Engine. Анонс состоится в первой половине 2025 года, а релиз ожидается в начале 2026. Как вы относитесь к играм родом из «Страны восходящего солнца»? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на наш канал, а также на Boosty и Telegram. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GS TV.